Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре воблер от производителя IM, называется он Crockett DR. То есть данный воблерок имеет диповое заглубление и идет на глубинах до 3,5 метров. Все будет зависеть от скорости проводки, которую вы используете. Данные по воблерку 85 мм его длина. Производитель его относит к классу Shed, то есть это такая довольно-таки высокотелая приманка. Он плавающий и весит аж 15,5 грамм для 85-мм воблера, и это довольно-таки существенный вес. Расцветка, как я уже сказал, N09. Это такая интересная контрастная расцветка. Здесь использованы черные, синие, зеленые, желтые, оранжевые цвета. Все это вкупе составляет такой очень интересный вариант по цвету, которых у других производителей я не встречал. Вы можете выбрать из 5 цветов. Есть натуралка, есть Redhead, есть данная расцветочка, есть желтая и зеленая типа Mad Tiger. Цвета, в принципе, довольно-таки разнообразные на выбор, но хотелось бы еще больший выбор по натуралкам. А так, цвета очень интересные. На коробке сзади еще показано, как примерно будет работать данный воблер. Есть много предостережений и схематическое изображение внутренней огрузки данной приманки. Сзади находится подвижный груз, как и в верхней части данного воблерка, и статичные груза, которые огружают воблер, и шумовая камера, которая находится в голове приманки. Такой вот воблерок напоминает такую рыбку, как по мне, больше всего как кротона. Нижняя часть воблера абсолютно гладкая, далее идет боковая линия, выше которой находятся поперечные линии. Детализированная голова у приманки, жаберные крышки, огромный рот и небольшие вклеенные 3D глаза, которые добавляют живости данной приманки. Оснащен он большой лопаткой, которая в принципе и помогает данному воблерку идти на довольно-таки существенных глубинах. На лопатке имеется крепежная петелька, которая дополнительно оснащена заводным колечком. Заводные кольца здесь плоские и хорошего качество. Ну, в принципе, на лопатке его можно и убрать, так как крепежная петелька здесь крупная. Тройнички, которыми оснащен данный воблер, идут в количестве 2 штук, и они имеют отличную заточку, как и все воблерки данного производителя. Отмечаю, что данные воблера стоят очень и очень бюджетно, и у них просто невероятно качественная окраска и использованы отличные фурнитуры, как тройники, так и заводные кольца превосходного качества за те небольшие деньги, что просит их производитель. Я считаю, что данные воблера просто находка. Данный воблер, как по мне, универсален. Им можно охотиться и на судака, и на крупного окуня, и на щуку. Поэтому можно взять один воблерок для различных условий. Активная игра. Серьезное такое заглубление. Воблер, как вы можете слышать, довольно-таки шумный, и это сделано для того, чтобы привлечь к своей персоне больше внимания, взбудоражить заснувшую щуку, либо ночью же указать судаку, в каком направлении двигаться к данной приманке. На спине нанесена информация по нему, все, что нужно, здесь указано. Не указан только вес, название, степень заглубления и размер. Ну, поставьте, да, вы еще одну циферку с весом. Ну да ладно. Очень положительные впечатления от данной приманки. Я всем могу смело рекомендовать данный воблер. Очень качественно сделан. IM фирма и Crockett DR название. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока.